И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Фокси и Серега, и сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Давно у нас не было рубрики прятки. Ну что, пацаны, я буду первый искать, а вы прячетесь. Карта очень большая, интересная. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Я ищу вас, тут так, какая-то Дима. Квартира стрёмная. Квартира? Ты по квартирам ходишь? Ну да. Ну-ка расскажи, ого! По каким... Ничего себе, мне сколько всего искать. Ого. Ну а ты что хотел? Это очень жестко, но мне нравится. Ты ходи по улицам, короче, и сходи по квартирам. Ребята, ставьте лайкосик, чтобы я их нашел. Хотя бы одного. Блядь, я пухом ищи нас. Серега, ты умный сильно? Я знаю, где ты живешь. Да, и где же? Где я живу? Здорово, Серега! Нашел, ты, Серега, где я живу. Эмоцию проявил, прикольно. Серега, помогает? Слышу, воняет. Думаю, по-любому, Серега. Да, оказался прав. Ну, то есть, вас вы вдвоем, да, уже ищете? Да, да, да. Ты не... Не вот один. Вот так это поинтереснее будет намного. Ребят, сейчас будет экшен. Сразу, видно, лайкос поставили и нашел. Да. Красавчики. Дима, тут по всей карте геймбой разбросаны. Ты видел? Кто? Геймбой, ну такая приставка игровая, старая очень, двухкнопочная. Поэтому ничего. Не могу ничего сказать, потому что не замечал. О, вижу манго. Это ты, Дима, с манго? Нет. Ну и ладно. А кто за манго играет? Не знаю. Сергей, наверное. Нет, я, в общем, не знаю, где вы находитесь. Я не за мангл. По... В смысле, а чё, Фокси вы уже нашли? Нет. Да ладно, ладно, это я за мангл ладно, играю. Это паранормальное явление. Это я ищу за мангл. А ты думаешь, ничего себе, у нас призрак появился, который ищет. Чё за лабиринты здесь? А чё, меня найти никто не может, да, сегодня? Я найду. Я Димончик найду, я псих. Я в какой-то дом залетел, тут тоже картины с покемошками. С этими так, прикольными. Сейчас, ребята, мы его найдем. Вот покемошка. Вот еще. Еще. Тут телевизор и даже. Здесь. И тут. Вообще, о, здесь Пикачу вообще классный. Такой мдаха у него нормальный. Так, Димончик. Сень, четенький. А я знаю, где ты. А, нет, это... не угадал, не. Ой, я комп нашел. Компьютер. Ого, здесь карта здоровенная. Я Фокси 31 нашел. Красава, где он был? Он тут за углом спрятался, я не ожидал его вообще здесь. Ой, я тебя нашел. Серега, ты за авто наиграешь? Да. Да. Прикольно, давай, ищи. Так что я не могу найти? Нашел, засранец. Нет, где он? Нет, Серега, где он? Вон это, в высокой этажке, где и я. В высоком не, здании. Не, не, все, я уже ухожу, убегает. Серега. Он меня... убегает оттуда. Ты меня я иду, я иду. Лови его. Ловлю, я жду его. Я сейчас тебя найду. Лови его, он сейчас там должен. Нет, за что? Убил? Ешь его, Димас. Вот он, вот он! Вы меня не поймаете за поймаем! Кого? Меня? Ни за что! Я сейчас убегу от вас. На 245 сторон. Так, где он? Ты наверняка, да? Да. Я действую по быстроте, пацаны. Я как... А в дом уже забежал? Он побежал вниз, сюда, в метро. В метро побежал? Я же сказал! Дима, я прям по твоим следам! Вижу, такие коричневые пятна лежат. Блин, Дима, скример у тебя здоровый, конечно. Так, ребята, прописываем килл. Берем так. Маленький скин, и пусть Димончик а теперь попотеет. Ищу. Да. Теперь я вас сейчас буду искать, вам жопу разрывать. Вот это ты стихотворец. Так, ну что, ребята, сейчас я такую нычку найду. Такую нычку, и они мне найдут самого последнего. Ты лучше скажи, что ты нычку найдешь самую плохую. Так, ну что, ребята, Димон ищет. Самый ищет. Лучший искатель. Конечно. Вот здесь, что это такое? Я не знаю, что это. Геймбой лежит на полу опять. Да, 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 я увидел его. Так, идем дальше. О, Димон решил покупаться. Ого, как ты плывешь. Как какая-то моторная лодка. Серега вообще профи. 19 лет человеку, да. Серега как вся на уровне на своем. Озвучь. Так.
Тогда он озвучивал, я помню, аниматроника. Сейчас моторную лодку. Тима, все подземелья сидят. Я так понял, да, вы все по хатам разбежались, а я здесь пытаюсь по воде вас искать. Ну ты нормально плаваешь, мне нравится смотреть, ты так плывешь быстро. Мне там шапочка выпирает, да, видно? Да. Как поплавок. Мне вот интересно, аниматроник плавает в воде, а по идее у него столько открытых микросхем. Клюет, клюет. Ты не задавайся еще... вопросами, так и должно быть. Как его еще короткое замыкание его... У него защита IP68, от влагостойкая и противоударный. А при чем здесь IP? А это есть такая степень защиты. А я думал, что в Майнкрафт пойдем, IP скажешь. Не-не-не-не-не. Не? Хамачи, адрес, так, говори, не какая-то пацан. Непонятная штука. Я ухожу. Так. Я, конечно, не знаю, где ты, где ты? Или нету. Да я в каком-то подземелье спустился. Ну давай, мы тебя ждем. Во, вышел на другой стороне. А вон, я вижу его. Вот. Вот здесь вот по-любому кто-то должен быть. Высокоэтажку забежал. Сейчас, короче, от первого лица делаю, потому что... Не надо. В кустиках сидите. Ага, опять вышел. Пацаны, если вы спрятались в этом лифтовом здании, то я вас не найду, вы в курсе? Не найдешь. Что делать? Не знаю. Ищи. Ну, Димон, никого не нашел. По запаху. Меня, короче, не выпускают из этой хаты. А ты клацни, как стрелять. А, работает. Спасибо. Я тоже, Димон, Е нажимал, а Е не работает. Понял. Ну вас искать я буду. О, покебол стоит 200 рублей. Ничего себе дешево. Донать. Сейчас мы поймаем самого себя. Так. Пацаны, вот как ты, Димас, быстрее всех нашел? Ну я опытнее, наверное. Да? Ну да. Угу. На 1%. Я тебя понял. Так, ладно, лифтом пользоваться не буду, что-то я там заблудился в нем. Притом первому сюда тяжелее искать, чем второму. Могу дать подсказку. Фокси попался! Убил? Ну а ты не видишь? Не, я за стул летаю, не вижу. А, ну ладно. Я за кирпич. Давай, Димончик, ищи дальше. Давайте вас двое уже. Ищу. Кстати, скорее всего, может быть, кто-то рядом с Фокси спрятался, не? Не, никого. Ай, ты чё, корова убила меня, а? В прямом смысле меня корова убила. Я знаю, где ты, если там корова тебя убила. Ты в лабиринте. Ты в лабиринте таком детском. Детском, да. Вот там, кстати, Фокси я и нашел в этом лабиринте. Понял. Я сейчас кто тут видел. В лесу прячется кто-нибудь? У! О! Блин, я так испугался, это жесть. Я не ожидал. Так, ладно, буду помогать. Я один остался. Все, да. А я знаю, где Серега сидит, я его чувствую пятой точкой. Где? Да. Вот я его нашел. А, нашел? Нет, я пошутил. Димас, ты так не пугай. А ты чё думал? Реально. Запашок пошел, да? Я тут уже обделался, вот теперь точно найдете. Теперь по запаху найдем. Не, Серега, не могу тебя найти, я не знаю, где ты. А мы все обыскали хоть? Рядом со спауном, короче, подсказка. А спауном? Рядом со спалауном. Он, я так и знал. Он в лесу живет, Димас, по-любому. В лесу живет? Да, он в лесу где-то. Он в кустах где-то дрыщет. Дрыщет, да. Так вот спаун, да? Спаун. Вот карта. Вот пальма. Вот ветка. Вот дверь. Пальма. Так, все, ага, короче, я в лес вот пошел. Тут он. Я тоже в лес пошел, Димончик. По Серегу в лес пошел. По Серегу в лес пошел. Это, пошли. Короче, как по грибы, только по Серегу. А че я так медленно перемещаюсь здесь? А. Ой, я дергаюсь что-то. Так, Серега, ты рядом со спавном, точно? Не обманываешь? А, за деревьями в лесу был, я так и знал, грибы собирают тут. Грибник. Я лесник! Грибник, иди. Мочи. Я лесник! Догонять не вижу? Этого лесника-грибника, блин. А где он? Он опять в лес пошел. Ты задрал, Сережно. Лесник грибной. Иди отсюда. Какой у него скин? Он, наверное, в водичку пошел купаться. Полюбасу уже уплыл до края карты. Сейчас перепрячется, и мы его найдем только в следующем году. 8 дней спустя. А, ты что, меня жрет? Есть, Фокси, красава.
И, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!